В рамках Года памяти и славы и в честь 30-летия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Адам Джарим принял участие в акции «30 добрых дел». Уважаемые друзья, прежде всего, позвольте поблагодарить вас за такую акцию. Всем говорю огромное спасибо за службу, за верность своему долгу. Очень важно, вы выполняете работу, поэтому хотелось бы, чтобы меньше было чрезвычайных ситуаций. Всем хочу пожелать мира, благополучия, здоровья и добрых дел. 26 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Северского района совместно с главой района, районным депутатом совета и сотрудниками Северского пожарно-спасательного гарнизона высадили 30 саженцев деревьев хвойных пород. В честь юбилея МЧС России сотрудники чрезвычайного ведомства в течение всего 2020 года организуют и проводят целый ряд мероприятий различной направленности. На сегодняшний день нами уже проведены следующие мероприятия. В сентябре месяце организована централизованная сдача крови сотрудниками Северского пожарно-спасательного гарнизона и сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Северского района. Всего было собрано порядка 30 литров крови. Значит, оказана адресная помощь ветеранам пожарной охраны Северского района. Также при поддержке районного депутата Дениса Бирюкова в ближайшие дни будет организована установка пожарных дымовых извещателей в жилье семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, многодетных неблагополучных семей. Благотворительная акция МЧС России «30 добрых дел» продолжается. Каждый желающий может принять участие в воплощении добрых дел как глава Северского района.